Калейдоскоп талантов. Можно посмотреть, что состоит в руке или в всяких штуках. Это такая вещь, которая нам показывает мир в ярких красках. Что-то круглое. Сергея Владимировича Михалкова. Прозу Ирины Пивоваровой. Евгения Евтушенко. «Идут белые снеги». Надежды Ласточкиной. У меня произведение Степана Писахова «Подруженьки». 10 минимум. 63. Не менее 60 лет. 15 лет. Ну, он старше меня. Много. 10. Может быть, 15. Красиво ли было? Все такое. Что лучше сделать, когда ты рассказываешь, чтобы люди проживали эти моменты? Ну, конечно же, я поинтересуюсь, как и мое прочтение. Стихотворение, это меня очень волнует. Как вы думаете, хорошо мы выступили со своим спектаклем? Нравится ли им выслушивать детей, их произведения? Нравится ли им вообще их работа? Мне бы хотелось, чтобы было так, что есть обратная связь, чтобы они смогли ответить, то, что что-то было не так, что-то было хорошо, чтобы для меня конкретно шел какой-то личностный рост именно в рамках моего произведения. Я в детстве, когда училась в школе, очень любила КВН. И на самом деле моя мечта была не участвовать в КВН, а сидеть там в жюри. Ну вот, можно сказать, частично моя мечта сбылась. Очень много любимого, интересного, но для нашей молодежи я бы сказала, читайте то, что вам нравится, то, что близко душе, то, что вы понимаете на самом деле и хотите поделиться с другими. По-разному бывает. Участвовать, конечно, непросто. Это очень волнительно, наверное, раза в три, чем судить. Судить тоже непросто, потому что это ответственность большая перед теми детьми, которые выступают, которые волнуются и которые каждый себя ощущает артистом в этот момент. И, конечно, обижать никого не хочется. В этом есть труд.